Всем привет. Так, наверное, сегодня мы закроем тему с наклонами, которые мы недавно вывесили от Грегора Маэля. Асана была, если вы помните, Кроуч-асана, и в ней был наклон, где говорилось о том, чтобы голова не была вытянута вверх. То есть подбородок должен быть... То есть подбородок не выпячивается, а наклон головой к колену. Да. Эта тема, она на самом деле появилась еще намного раньше. Это была моя первая поездка в Гоа на семинар, где давал свои классы Марк Дарби, и мы тогда его очень сильно замучили. И вопрос был о том, как использовать банхи, и он тогда эту тему раскрыл. Собственно, по этой теме я работаю давно. Ну, здесь просто уже вопрос стал как бы корнем, да, то есть ребром. Потому что много приходит учеников, аштангистов, да, и вот эта вот тема с заломом головы, просто она стала настолько уже апофеозом, такой болезненной темой, то есть, ну, любого возьми, да, это и есть. Поэтому она как-то у меня пропадала, исчезала, но она стала очень актуальна. И актуальна еще и тем, что наши студенты, они тоже стали травмироваться за счет того, что было вот это вот движение головы. Вот. И как бы Грегор Маэля, он эту тему еще раз вскрыл и напомнил об этом. И мы стали опять ее внедрять. Потому что, ну, это вечная тема, вот, штангистов в первую очередь. И она опять всплыла, да, мы опять стали с ней работать. И я сегодня покажу несколько упражнений для того, чтобы ее, может быть, углубить понимание этого процесса. И мы перейдем к следующим темам, достаточно тоже интересным. Окей, итак, наклоны, да, наклоны с опусканием головы. Давайте сразу определимся, что все асаны, они выполняются с бандхами. Я думаю, что это не новость, да, особенно, опять же, для тех, кто практикует аштанга-йогу. И вот одно упражнение, которое я всем даю для того, чтобы почувствовать это движение удьяны банхи, втягивание живота. Это упражнение вот таким образом происходит. Вы кладете руки около стоп и начинаете давить руками от себя. Таким образом, если вы видите, спина, позвоночник, спина начинает скругляться. И когда вы делаете это движение, вы чувствуете, как ваша удьяна банха, она начинает проявляться самой собой. Самой собой. Самим собой. Самой собой. И вот это вот движение, оно является как бы корнем для выполнения наклонов. Да? То есть любой наклон мы возьмем, и вы видите, что голова, да, она продолжение позвоночника, она тоже естественным образом уходит в наклон. Ну, то есть любую асану, да, там, например, джану, пожалуйста, очень хороший пример. Джану ширшасана. Да? Что такое джан? Джан — это колено, и ширшасана — это голова. То есть вам надо опуститься головой к колену. Понимаете, да? Головой. То есть не подбородком, опять же,
выпеченным и заломом шеи, да, а вы опускаете. И вот это вот упражнение как раз, оно очень хорошо помогает вам почувствовать это движение. Попробуйте, пожалуйста, если вам, если у вас есть время, желание, да, поделать это упражнение. И вы увидите, как позвоночник попадает в такое пространство, где ему комфортно, где он получает терапию. То есть ему, его позвонки все, да, они начинают расслабляться. А аштанга-йога, мы не забываем, что это йога-терапия. Вот это первая тема для позвоночника. Для Удьяны Банхи. И следующая тема, да, это у нас уже верхняя часть. Когда мы это делаем, мы можем почувствовать, что плечи, они наваливаются на шею, на шею, да, на голову, на уши. И задача, как бы, вот это вот движение, с одной стороны мы втягиваем, а здесь мы расслабляем весь плечевой пояс. То есть мы отводим плечи от ушей. Они не наседают, а в расслаблении находятся. И давим. И таким образом получается естественным образом наклон, да? Такой терапевтически хороший наклон. Это может быть сразу будет сложно, но если вы начнете это делать, то ваша практика может вообще кардинально измениться. Это на своем примере я могу гарантировать. Ну и на примере наших студентов. Они все в восторге просто от этого. Вот, это первая тема. А вторая тема, так, ну, она связана с первой, да, что вы подтягиваете Удьяну Банху. Если вы подтягиваете Удьяну Банху, то вы работаете, естественно, с энергией. А это тоже немаловажный аспект. Я думаю, каждый согласится. Поэтому вот это вот движение на раскрытие плечей, на сжатие Удьяны Банхи, на раскрытие плечей, отводя их от ушей. Вот это движение, оно раскрывает грудной отдел. И таким образом, когда вы это делаете, вы можете глубоко дышать. А когда вы можете глубоко дышать, тогда вы можете энергию, то есть вы больше втягиваете праны, да, кислорода на уровне физики, да, и праны на уровне энергии, на уровне праны. И, естественно, каждый хочет получать от практики все, да, не только физику, да, но и какие-то более тонкие аспекты этой вообще асан, да, практики в целом. Вот, поэтому очень важно вот эти моменты, которые я сказал, пробовать привнести вообще в целом наклоны. Вот, как бы вот такая тема. Естественно, спасибо учителям. Если вы посмотрите, опять же, Кришнамачари, как делает, да, наклоны, как делает Потапи Джойс, вы увидите, что спина скругленная. Вот, это вам домашнее задание, если захотите. Вот, поэтому приходите, будем пробовать вместе. Если что-то непонятно, пишите, задавайте вопросы, мы с удовольствием ответим. Окей, закрываем наклоны, голова не выпячивается, опускается, Удьяна Банха, грудь раскрывается, мы начинаем дышать, втягивать прану, получать максимум энергии и удовольствия от практики. На этом мы закончим. Всем хорошего дня.